Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, заберем с тобой наши наградушки. Так, за билеты, за открытие карточек, за еду. Надо будет забрать. Так, сразу активируем. Так, давай посмотрим, созреешь ты у меня сегодня или нет, а, в конце концов. Да ладно. Ну, наконец-то. Так, ну что, ребята, прокачим его до 40 уровня. Ой, что я делаю? Опять у нас пошли артефакты. Видишь, в игре. Зашибись. Что происходит с игрой, я не понимаю. Так, подожди-ка, вот у нас стегозавр. Мы с тобой его поднимаем 40 уровень и делаем слияние. Слияние делаем, да, с трицератопсом. 350. Опачки, а у меня ДНК не хватает, прикинь. У меня всего лишь 281 ДНК. Так, хорошо, может быть. Так, здесь 30-ку мы с тобой заработаем. Теперь я хочу, чтобы на меня было какое-то нападение, чтобы мы могли отбиться и получить ДНК. Да что ж такое-то, что за артефакты? С какого перепуга они здесь взялись, а? Да, это ужасно, конечно, смотрится. Так, ладно, друзья мои, давайте-ка пока глянем, что у нас есть. Так, буст событий, это понятно. Мне интересно, так, водная волна плюс ярость мод, очки доверия и схватка редких. Слушай-ка, давай-ка бегство. А почему бегство? Противники 9. Ага, вот, значит, как. Ну что ж, давай попробуем. Возьмем Архилона, возьмем плезиозавра и крана. Нет, Банагномиуса. Так, 9 противников нам нужно с тобой одолеть. Слушай, давно такого не было у меня. Смотрим. Так, ну что, с этим, в принципе, все довольно легко и просто должно быть. Возьму-ка я бонус. Так, ну здесь ему не поменяться. Здесь либо атакует, либо встает в защиту. Но он решил атаковать. Плюс он одно все-таки взял к себе, да? На всякий случай. Раз, два, три. Проверим. Так, мы его минусуем. Только не надо вылетать, игра, пожалуйста. Мне не нравятся, ребята, вот эти вот баги, которые начинаются. Очень не нравятся. Не успели начать играть, начинается вот это вот фигня. Так, лептоклеит. Сколько у него? 451 хпшка, да? Давай попробуем дальше его пробомбить. Отлично. В топку. Так, выходит мегалодон. Так, с мегалодон. Ну, в принципе, его с удара можно снести. На всякий случай я сделаю вот так вот. Раз, два, три. Бонус. Прекрасно. Дальше опять лептоклеит. Угу. Так, 18 уровня. Че у меня? Неужели один Архилон здесь справится со всеми? Вот сейчас хорошо бомбанет. Да уж. Но он все слил. Все атаки свои. Раз, два. Раз, два. Вот так вот сделаем. Опачки. Вот это я сам уже опростоволосился, ребята. Так, хорошо. Хе-хе. Тоже нубанул. Слушай, наверное, раз, два, три. Вот так я сделаю. Отлично. Но не убьем, к сожалению. 5. Решил вот так вот сделать, да? 2 у него в запасике остается. 2. Значит, нам нужно сделать 3. Раз, два, три. Раз, раз. Да чтоб тебе, блин. Может, нам поменять, пока не поздно, а? Например, на банана Гномиуса. Давай, наверное, так и сделаем. Раз, два. Раз, два. Ага. Ну, сейчас мы тебя
Проверим на вшивость. Все. Ты раскололся, парень. Раз, два, три. Раз. В топку его. Ну что, мегалодон выходит. Упс. Бананогломиус, ребята, проиграет. К сожалению, здесь. Ни за что, ребята, слил, как говорится, этого. Так, он три нанес, да? Раз, два, три, четыре. Вот так вот сделаем. Что-то мне подсказывает, что я не смогу их пройти. Четыре. Пять. Неужели он сейчас все будет в атаку сливать, а? Почти что. Ну что, Архилон, я не знаю. Вот придется тебе как-то вот тут со всеми бороться. Как это сделать, я ума не приложу. Сейчас вот этот Архилон так как раз-то и уничтожит. Ай-яй-яй. Все, ребят, проиграли. Проиграли, блин, бананогломиса зря я подставил, конечно. Зря. Ну, как ты понимаешь, ничегошеньки у меня не вышло здесь. Ну, я расстраиваться не собираюсь, и я сейчас пойду в отместку. Раз, два. Раз, два. Три. Поехали. Девять противников. Разорву и выкину их сейчас. Всех. Всех, понимаешь? Поехали. С удара выносим. Иди отсюда. Так, лепто клеит. Что он там сейчас будет, я не знаю, делать, атаковать? Две атаки сливает. Хорошо, тебе достаточно одной плюшки, да? Чтобы вынести к чертовой бабушке тебя. Пошел. Так, мегалодон. Мегалодон это будет похуже. Раз, два, три, четыре. Ну кто же знал, что он не возьмет ни защиты, ничего. Лептоклеит. Пять. Сколько ты из этого потратишь? Да ты серьезно? Хорошо. Так, остальное он все на мегалодона, на этого, да, хочет скинуть? Не есть хорошо на самом-то деле. Семь. Конечно, сейчас уничтожит нас. Четыре, неужели достаточно? Точно, четыре достаточно оказалось. Раз, два, три. Проверим. Пошел коты лесом. Замечательно. Так, следующий у нас. Геликоприон. Я думаю, что геликоприон здесь далеко не уедет. Ну что, мы с тобой тогда сделаем, наверное... Сколько? Три атаки нужно сделать. Три атаки. Проверочка. На-ка. Выкуси, как говорится. Геозавр, нам нужно менять срочно. Так, мы живем. Не уничтожит. Но хорошо он нам тут. Честно говоря, звезданул. Так, давай меняем. Меняем. Три. Три. И... Блин, бонус возьму. Иди отсюда. Так, и остается всего лишь два. Этот и мегалодон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же... Как же ты паршивица, а? Раз... Раз, два, раз. Так, ну что, мегалодоша, давай выходи. Четыре. Слушай, ребят, если он сейчас все сольет. Ага, тогда ему крышка. Тогда ему крышечка. Ну что, бомбим? Поехали.
Мегалодуша. На-ка, получи, парень. Вот и по заслугам. Но это была только первая битва. Еще, блин, нужно там две как-то одолеть. Так, ДНК. Нам ДНК как раз нужны, да, ведь? Еще вот здесь вот у нас есть. Кто там у нас сопротивляется? Пирораптор. Попробуем сами здесь сыграть. Отлично. Давай-ка следующий. Какой-нибудь там, что у тебя? Великолепно. Да что ты. Тут хорошо. Так, пирораптор, ты же не собираешься от меня убегать? Да как так-то, блин? Не кричи, не буянь. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Все-все-все-все. Идеальная поимка. Опыт. Плюс супер ДНК. Так, а мне нужно сделать кое-что. Так, где они? Вот они. Да, друзья мои? Пора. Пора вам скрещиваться. Так, ну а у нас еще вот здесь что-то есть. Так. Ай, прекрасно. Мы же можем, друзья мои, их соединить вдвоем. Стоит, наверное, не будем пока ничего активировать здесь. Пока не к спеху, верно? Так, и что-то еще у нас там есть. Угу. Так, это у нас стегоцефал. Стегоцефал. У нас их три всего. Ну, стало четыре. Нам нужен еще один стегоцефал. Ну-ка. А он нам недоступен пока. Но зато мы можем с тобой что-нибудь доактивировать. Ну вот что. Может, капразуха? Пускай будет капразуха. Сидит там до кучи. Так, ладно, у нас с тобой следующая схватка. Поехали. Здесь можно получить легенду. Шансы, конечно, не очень большие, но можно. Так, давай аромалиозавра с тобой откатим. Так, так. И вот так. Нормально, я думаю, да? Поехали, давай смотреть. Против кого мы тут с тобой будем выпендриваться? Мегалодон. Так, ну что, меняем сразу же? Сразу же меняем, ребят. Чего ты не стал там бомбить? А ну-ка, давай тогда мы ударим. Защиту взял. Сжег навозный, взял защиту. Ладно. Две атаки. Он все слил, поэтому нам достаточно одной атаки. И вот так. Следующий кто у него там? Леоплевродон. Леоплевродон, 97 атаки. Ну здесь уже посолиднее, да? Не стал тратить. Раз, два, три. Я думаю, так вот сделаем. Проверка. Отлично. Так, а вот после против этого немножко будет похуже. Хотя нет, не хуже. Вот против этого будет не очень нам комфортно. Ты смотри, что вытворяет, а? Сколько у него? 380 здоровья, да? Ладно, раз, два. Вот так вот сделаю. Да ё-моё. Не очень хорошо получилось. Ха-ха. Еще захотел-то. Не на того напал, Аркаша. Не на того. Раз, два. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Да ты серьезно, что ли, блин? Ох,
Хорошо. Да, конечно. Так, раз, два. Раз, два. Сейчас ему крышка. Поймали мы его. Так, вот с этим надо быть аккуратнее. 266 к атаке, сам понимаешь, да? Что он будет делать? Так, нам нужно поменяться, срочно причем. Тут ты у нас хорош, да, против них? Раз, два. Так, вот сделаем. Два на один. Шесть. Сколько сливать ты будешь, гаденыш? Шесть, все шесть сливаешь. Ничего себе, он охрабрил. Ладно, щегол. Получи. Получи, получи. Так, сколько у нас там этот будет бомбить по атаке? 143. Надеюсь, выдержим с тобой, да? Все сливает. Все слил. Хорошо, хорошо. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Вот так вот сделаем. Почему я опять просчитался? Объясни мне, пожалуйста, на милость, блин, а? Тоже дудки здесь. Вот уж дудки. Раз, два, три. Раз, два. Так вот сделаем. Ага. Шваркнули. Так, эласмозавр. Пятерочка. Ты посмотри, блин, ребят, ну это специально уже, да? Так, хорошо, что мы выжили. Ё-моё. Меняем, быстренько меняем с тобой. Так, он все слил, насколько я помню. Ага. Прекрасно. Докозавр. Ты смотри, вот как специально знал, да, что у меня есть это. Раз, два. Три. Четыре, фиг с ним. Так, ему кранты. Это кто у нас тут? Стиксозавр. Шесть. Шесть на пять. Ну, уничтожит, не уничтожит, но хорошо ударит. Так, ребята. Раз, два. Раз, два. Вот так вот сделаем. Одно очко действий он себе оставил, да? Одно. Значит, нам нужно сделать сколько? Раз, два, три. Вот так вот. Минус. Ну что, выходи последний. Последний. Плезиозавр. Мне почему-то кажется, что разобрать его будет вообще без проблем. Но сделаем мы немножечко по-другому. Я думаю, ты понял, да? Что я собираюсь намутить. Да-да, намутить именно очков действий целую кучу и уничтожить его. А вот он и клюнул, паршивец этакий. Все, давай, ромалезавр, по полной программе с тобой вкручиваем все и пробиваем его. Давай-давай-давай, по красоте. Так, бочка. Фау. Ну что, вторая у нас победа. Это круто. Но нужно еще одну выиграть. Ты понимаешь, да, что с каждым разом они все сложнее и сложнее становятся. Так, ДНК получили. Погнали. Откат. Упс, а дальше-то как? 64, дальше-то я не смогу, наверное, сделать ничего. Ну, вернем, например, этого. И... Кранозавра, что ли, брать?
Давай попробуем вот таким вот составом. Мне кажется, конечно... Ой-ой-ой-ой-ой. Да тут есть только вот так вот делать. Влупит, интересно. Не, а не стал бить. А я влуплю. Ах ты, жук ты навозный. Прикрылся, да, все-таки? Ну, мне даже проще так будет. Так, делаем одну плюху и две защиты. Окей. Стиксозавр. Так, ну что, нужно по нему прописать... Давай, наверное, вот так вот я сделаю. Две атаки. Две атаки и защита. Блин, не пробил, а. Не пробил, к сожалению. Но все равно ему деваться некуда. Все на слив будет пускать. Скорее всего, все, да? Все на слив он спустил. Значит, нам его надо просто уничтожить и... сделать так. Так, псифодерма. Ох ты, надо же, все три атаки сделала. Ага. Так, ну что, тут, понимаешь, нужно две атаки тратить. Как ни крути. Иди отсюда. Следующий, просим. Тринакромерум. Тринакромерум. Ну ладно, давай посмотрим. Так, ты в минус ударил, парень. Просто в минус. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот так. Че, серьезно, что ли? Фига ты. Две все-таки оставил, да, у себя? Значит, получается, три нужно теперь вдарить. Раз, два, три. Раз, два. Иди нафиг отсюда. Лицихтис. Пять. Сколько слив будет? Ага, двоечка. Три он оставил при себе. Три. Блин, нам что, четыре придется бомбить? Раз, два, три. Давай вот так вот все-таки. Да ё-моё, не хватило чуть-чуть буквально. Одной единички. Плохо. Все, убивает гаденыш. У нас еще, блин, дофига тут рыб. Да, рыб еще дофигища, ребят. Но это сейчас ушатает нас, по-моему. Вот это вот. Ксифактин. Да ладно. Он не стал атаковать. Попробуем так. Слушай, я ушатаю его. Просто стега. Все сливать будет, да? Нет, ну все. Раз, два, три, четыре, получается. Но мне в любом случае здесь не потянуть, ребят. Не справлюсь, к сожалению. Просто элементарно не справлюсь. Все. К тому же, мне кажется, что он все-таки знает, как у меня что, какие у меня где защиты, сколько чего стоит. Не может он так на шару делать все.
Так, я проиграл. Соответственно, я не смог пройти, но время еще есть, ребята. Завтра, возможно, я все-таки допройду. Так, что у нас еще там есть? Ярость мод. Так, без ограничений. Супер редкий, да? Ну, давай поиграем за супер редких. Так, велоцираптор. Против него я возьму обычного велоцираптора. Также я здесь возьму велоцираптор мод. Так, а где у меня хищники-то все? Ну, наверное, тогда и капразуха возьму. Хотя, знаешь, что лучше сделать? Нам взять вот здесь лучше капразуха. Сюда взять велоцираптора и... пастозуха. Поехали. Ну, я думаю, что... капразух тут, наверное, вырубит его, да? Давай укусим. Сейчас посмотрим. Ага, поменял. Ну тогда и мы поменяем. Две атаки мы нанесем ведь. А, одна только. Ну и чё? Все, сразу приуныл. Смотри-ка, а. Ты смотри, что творит. Раз, два. Раз. Так, вырубаем, да? А вот, друзья мои, и пара зауралов. Явился, не запылился. Поменялся, да? Нам тогда уже будет проще. Снесем в начале этого хмырюныша. Потом всех остальных. Раз, два, три. Четыре сделать даже. Все. Пошел отсюда. Ну давай, пара зауралов. Что ты нам сделаешь? Нет, если, конечно, он сейчас все пять атак пропишет, он тогда вырубит. И он так и делает. Ну что, капразух? Да-да-да, я знаю, знаю, что у нас мало всего, но что поделать. Вырубим. Ох ты, я хотел сказать отлично, но не отлично, ребят. Ну что, давай. Уничтожай этого хлопчика. Пара зауралов готов. Так, ну что, тогда двигаемся далее. И смотрим. Очень мало ДНК. И ДНК нужно, все нужно на самом-то деле. Так, тропиогоптер. Здесь я возьму, наверное, анкилодока. И нам нужны хищники. Велоцираптора возьмем тогда уж и... капразуха. Поехали. Тропиогоптер, ну, естественно, ребят, сейчас получит тут по полной программе. На-ка тебе. Сразу... ой, что такое, что такое, что... что закипишь? А, что закипишь? Надо меняться срочно. Срочно меняться надо. Поменялся, да? Думает, что этот клыщ его спасет. А если мы вот так вот сделаем? Что ты на это скажешь, парень? А? Все? Пшикнул, да? Пшикнул. Вали его. Блин, не добили. Ладно. С трех атак, конечно, вырубит сейчас. Но мы его тоже добьем сейчас. Мы его сейчас так звезданем хорошечно. А раз он тем более все там слил. Иди гуляй, Степанька. Так, анкилозавр. Ну что, анкилозавр? Пора тебя ушатывать.
Но ушатывать нам лучше, ребята, через вот этого. Ну не ушатывать, а просто пытаться бомбануть. Мне желательно, чтобы он все слил. Три атаки сливай. Шесть! Отчаянный парнишка, оказывается, был. Так, сколько нам нужно слить? Раз, два. Да, вот так вот достаточно будет. Гуляйка, Петруля. Ну что, Тропегуптер? Хочется, да? Хочется, но не получится. Не получится, ты там хоть заклюсь своим клювом, все равно тебе не жить. Вот это было красиво, ребят. На-ка. Все. Выигрыш за нами. Ну что, последний поединок, я думаю, мы с тобой осилим. Как-нибудь уж с горем там пополам. Ну-ка. Так, блин. Блин-блинский. Как-то... Блин, у меня долларов-то нету, чтобы сделать откат. А как тогда быть? М? Ладно, попробуем взять так. Эры Титана и Кетсу. Все равно другого варианта нету, ребят. Ой-ля-ля, ёк-макарёк. Защита. Просто тупо в защиту придется вставать. Так, поменяемся и бонус. Три, да? Три очка. И он все три тратит. Блин. Давай. У меня вся надежда только на, Тропеогоптера. Все, ребят, больше никаких вариантов нету. Че, вмазать ему хорошечно, а? Все, на слив, если поставить, это дофига? Это дофига. Это дофига было, ладно. Кетса. Один, у него 4 очка 10, да, получается? У него 4 очка действий остается. Мне главное с ним не лопухнуться и все. Попробую сделать следующим. Хотя, ты знаешь, если я сейчас, например... Давай-ка я попробую все-таки его бомбануть. Блин, неужели он все на... Ты серьезно, блин? Ты прикинь, как он меня облапошил, ребята. А почему я не понял? Почему я не стал... Я вместо атаки сделал в бонусы, да, очки? Вот я баран, а. Вот я баран. Ладно, друзья мои. Завтра, надеюсь, устану вовремя. И мы допройдем это событие. Это что за дела? Это так лопухнуться надо было везде причем. Так, что у нас тут? Собрать два мода. Давай быстренько соберем. Ежедневный пак я должен забрать сегодня. Так, за еду. Где у нас хавчик? Вот он. Так, давай, Дельта, не выпендривайся. Как же я лопухнулся. Он 8 очков выпашил, ты прикинь. 8. То есть все абсолютно слил в меня. Да. Я бы, конечно, мог бы и попозже немножко сыграть. Когда откаты произойдут там через 3 часа. Ну, наверное, да, в принципе, сыграю, наверное, через 3 часа. По откату сыграю.
Так, здесь забираем. Так, в ПВПшке и в кайнозойскую эру. В ПВП, кайнозойская эра. Так, раз, два, три. Упс. Понял. Опачки. Кто нам тут достается? Ну, в принципе, все очень даже неплохо, если честно. Так, давай начнем потихонечку. Он первый ходит, да? Будет сразу менять, наверное, на оленя своего. Ну, атакует. О, как. Сейчас мы ему две атаки-то пропишем. Как тебе, а? Пес ты шелудивый. Меняет на оленя. Кто бы сомневался. А если я вот так вот сделаю? Ну чё, олень пустоголовый, будешь атаковать? Сейчас посмотрим, клюнет или нет. Клюнул, ну тебе хана. Ну тебе, парень, хана, вот что я тебе могу сказать. Хотя подожди, заруется-то у него прилично, поэтому давай бомбить. Вырубим, интересно, или нет. Уф. Присел маленький чувачок. Дэдди Курус, несчастный Йода. Ну что ты сделаешь? Все сольешь, да? Давай, сливай все. Ты в любом случае должен знать, что ты не жилец на этом свете, парень. Все? Доволен? Ну что, ребята, валим этого Дэдди Куруса несчастного. Раз, два. Гуляй. Так, и архиофицион. Даже не думай. Даже не думай об этом. Да-да-да, конечно. Мечтай. Ну что, ребят, заваливаем его по полной программе. Вот и все. Мы здесь победили. А другого и быть не могло. Пока у нас в кайнозойской эре в последние там две недели уйдет все отлично, да? Мы выигрываем. Вот с водной, конечно, хуже все. С водным этим бассейном. А еще когда игра вылетает не вовремя. Ну, короче, 21 тысячу мы с тобой заработали. Это наш, так сказать, подарочек. Ну и забираем свои ежедневки. Раз. Два. И будьте добры мне пак. Так, $35. 95 очков доверий. Итого у нас 2000 уже есть. А нужно 10. Так, здесь у нас все нормально. Здесь все варится. А мы получим с тобой кого? Ага. Стегоцератопс. И это у нас травоядник. Ладно. Пускай лишним не будет. Ну что, друзья. Можно, в принципе, на этом и закругляться. Если завтра не забуду, мы пройдем с тобой вот эту вот водную волну. Обязательно пройдем. И... Слушай, визит важной персоны. Так. Почему бы и нет? Пока есть такая возможность, можно, в принципе, сыграть. Давай-ка попробуем. Если сегодня не пройдем, то пройдем завтра. Бонус. Сейчас менять, мне кажется, будет. Почему же я не удивлен этим, а, друзья? Ну все, хлыщ. Ты напросился. Так, будьте добры мне птичку. Птичку, пожалуйста, в студию.
Поехали. Иди отсюда, гриппозух несчастный. Гриппозник ходит здесь. Велосраптор, ой. Напугал меня, господи. Тебе сейчас тоже кранты будут. Сколько ты взял защиты? Все, порвем. Ну и давайте своего тиранозавра мод 2. Напугали меня тоже. Каким-то нищебродом вышел тут. Молодец, красавчик. Теперь получай от меня плюху. Давай, деплотатор. Я в тебя верю. Рвем? Конечно, рвем. Даже не помучились. Так, замечательно. Значит, идем далее. Единственное, что хватит ли у меня... Так, тиранозавр, онозавр и тупускуара. А если я сделаю вот так и вот так? Что он по этому поводу скажет? Мне вот интересно знать. Блин, у него так это помощнее будет. Чего ж тут скрывать? Защиту берем. Так, он не стал ничего делать. Твою налево, это плохо. А, была не была. Одного потеряем. Блин, ты смотри, ничего не делает. Смотрим, друзья, смотрим. Пять. О, все сливает. Отлично, ребята. Отлично. Он все слил. Сейчас мы ему пропишем. Сейчас мы ему пропишем. Раз. Так, у него 1600 здоровья, да? Этого нам за глаза и за уши. Давай, рви его. На клочки. Унозавр. Так, 217 к атаке. Ну, я думаю, мы его сейчас уничтожим. А, он поменялся. Слушай, я думаю, надо его валить. Чертовой бабушке, да? Поехали. Пока. Осел. Так, 217. 6. Все будет сливать, да? Блин. Это плохо, ребята. У нас с вами... Ёбк-макарёк. А успею ли я его завалить? По 200-то брать. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Если он сейчас все в атаку сольет, нам крышка, ребят, все. Чё-то я рано радовался на самом деле. Надо было мне наоборот на того стравливать летуна, а хищника ставить как раз против травоядника. Так, ну что, друзья мои, остальное, я думаю, мы пройдем уже в следующей серии. По крайней мере, попытаемся. Смерть Додо, это что еще такое? Через 17 часов будет доступно. Крушитель лед и врагов. Что-то какие-то новые у нас тут события, которых я еще ни разу не видел. Фиг ли вы меня поздравляете? Серия была на самом деле не очень удачная. Хотелось бы, конечно, получше, но... Ладно. Мы еще, как говорится, отомстим. Ну что, ребята, на этом я закругляюсь. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.